бывали ли вы когда-нибудь в Запорожье? А я бывал. И не раз. Для того, чтобы попасть в Запорожье, вовсе не нужно выезжать за пределы Камчатки. Запорожье находится на юге полуострова, на морском берегу. Если вы хотите побывать на Южном море, едьте в Запорожье. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Сегодня пятый день моего видеомарафона «Влоги каждый день». Еженедельные влоги в течение 7 дней, то есть недели, я каждый день снимаю какой-то ролик для моего видеодневничка. Это точно. Сегодня, как я уже сказал, пятый день моего недельного видеомарафона «Влоги каждый день». И сегодня 9 день августа, никуда я из своей деревни не поехал, ни в какую столицу Камчатского края или еще дальше, а решил вновь похвастаться очередными книжицами из моей скромной домашней библиотеки. Интересно, что порою книги, прежде чем попасть ко мне, проделывают очень причудливый, очень извилистый путь, пересекая различного рода границы. Сегодня я покажу три библиотечных книжицы. Библиотечных в том смысле, что когда-то они находились в фондах различных библиотек, а потом оказались у меня. Вот эти самые книжицы. Начну, наверное, показывать в хронологическом порядке, то есть в порядке их выхода в свет, начиная с более старой и кончая самой новой. Первая книжица называется «Лососи Камчатки». Она вышла в 1947 году в Москве в пищепромиздате крошечным тиражом в 2000 экземпляров. Авторы этой книги – сотрудники Камчатской научной станции в НИРО, Крогиус, Лагунов, Семко и Шишов. «Лососи Камчатки» – это научно-популярный очерк, вышедший в свет под редакцией и с предисловием профессора Петра Юрьевича Шмидта. Юльевича. Петр Юльевич, кстати, родной брат полярника Отто Юльевича Шмидта. И вот что этот самый профессор Шмидт пишет в предисловии. Значение лососевых рыб для человека огромно. Только благодаря их присутствию было возможно существование первоначального населения Аляски, Камчатки, Охотского побережья, берегов Амура и Приморья до прихода русских. Они способствовали развитию примитивной культуры в этих суровых и неприветливых по природе областях. В настоящее время, пишет профессор Петр Юльевич Шмидт, с заселением Дальневосточного края, с развитием в нем земледелия, промышленности, торговли и путей сообщения, значение лососевых богатств возрастает с каждым годом. Вся наша страна получает ценные лососевые продукты, мороженую и соленую лососину, жестяночные консервы и питательную икру. Кстати, давно ли вы слышали слово «лососина» применительно к мясу лосося? Может, вы не слышали вообще, потому что оно не употребляется очень давно. Для чего вообще
нужны камчатские лососи, по мнению 4 ученых Камчатской научной станции в НЕО. Открываю 26-ю страницу и читаю. Камчатские лососи служат сырьем для приготовления различных пищевых продуктов высокого качества. Наиболее распространенными являются жестяночные консервы в собственном соку и лосось-колодка теплого или охлажденного чанового бозона. В меньшем количестве лососи обрабатываются на шведской и русской пласт, чевыча, кита и семужьим посолом, кита. Из икры, составляющей от 3 до 8% веса целой рыбы, приготовляют икру зернистую и пастеризованную в баночках. Наконец-то вы узнали правду. Кстати, вот интересно еще и то, откуда эта книга ко мне пришла. Эта книга когда-то принадлежала Мордовской центральной библиотеке. Вот тут вот есть библиотечный штамп. Была давным-давно списана. И в конце концов оказалась на моей книжной полке. Научно-популярный очерк «Лосось Камчатки». Авторы: Крогиус, Лагунов, Семко, Шишов. Москва, Пищепром издат, 47-й год века минувшего, тираж 2000 экземпляров. Попробуйте сейчас, найдите где-то эту книжицу. Мы плавно переходим к второй книжице из моей библиотеки. Эта книжица называется «Камчатские рыбаки». Автор ее Василий Федотов. И книжица вышла в свет в 49-м году прошлого века в Дальневосточном государственном издательстве в Хабаровске. Бывали ли вы в Запорожье? Об этом я вас уже спрашивал. Об этом неприлично спрашивать. Запорожье на самом деле есть не только в Малой России. Запорожье есть и на юге Камчатки, в Усть-Большерецком районе, это село, стоящее на берегу реки Озерной. И теперь я прочитаю маленький кусочек из книги Василия Федотова «Камчатские рыбаки», из главы «Колхоз на реке Озерной». В этой главе рассказывается об истории Камчатского Запорожья. Но это не точно. Давным-давно крестьяне селений Каменка, Бургунка, Жупанова Херсонской губернии получили по реформе вольную. Стали они вольными хлебопашцами, а пахать нечего. Тут и пошли по деревням. Слухи о богатствах дальних краев. Рассказывали, будто на Камчатке жизнь особенно привольная. Якобы тамошние жители, коряки, совсем задешево, за что в казенной водке любой клин земли отрезают. А в реках рыба руном идет. Весло ставь, не наклонится. Мужики хоть и не всем слухам верили, но все же призадумались, решили так. Дыма без огня не бывает. Надо бы туда ходока послать. Тогда в деревне самым дотошным слыл Кузьма Топч. Сначала в соседнем селе у кабачика служил, потом разжился, вернулся домой, подновил избу, купил сапоги и стал мужикам за плату разные бумажные нужды справлять. Кому письмо, кому прошение, все шли Кузьме. Этим ли? А может, старыми барышами кормился Кузьма и стал человеком оборотистым. К нему и пошли мужики за советом, когда вздумали ходоков послать на Камчатку. Кузьма решение одобрил и без дальнейших слов согласился поехать по общим делам. Около года не было слуха о нем. Мужики вздыхать начали. Не приключилось бы какой беды с ходоком. Но вот ранней весной прибыл в деревню от Кузьмы доверенный человек.
Мужикам он почтительно объявил, что прислал Кузьма Иванович миру низкий поклон. Живет где он в новом месте на хуторе возле реки, и наказал всем, кому привольной жизни охота, не медлить с переездом. Разговоры про богатство камчатские тоже подтвердил. Еще более народ обнадежил. Распродали мужики, что было в хозяйстве, насушили сухарей, помолились Богу. На зорьке уложили в телегу немудрящие пожитки и выехали на станцию. По дороге сошли в поле, встали на колени, целовали землю и плакали. Руками ковыряли пахнущий полынью суглинок, завязывали в платки. Верно говорится, что своя земля и в горсти бела, хоть и плохо кормила, а расставаться с ней трудно. Красиво, эстетично. Василий Федотов. Камчатские рыбаки. 49-й год. Дальневосточное государственное издательство «Хабаровск». А попала она ко мне из государственной библиотеки Татарской АССР. Из Казани. Третья книжица, которую я сегодня покажу, называется «Богатство Камчатской долины». Вот. «Богатство Камчатской долины». Она вышла в свет в 58 году, века минувшего в Петропавловске. Выпущена была книжной редакцией «Камчатской правды» и областным управлением сельского хозяйства. Авторы этой книги – овощеводы совхоза имени Сталина Мильковского района, Крупенина, Плотникова и Косенко. Книга вышла без указания тиража. Она очень маленькая, несколько страниц. Это даже, в принципе, брошюра. И я прочитаю кусочек из главки, написанной Конкордии Крупениной. Главка называется «Выращивание помидоров». В 1956 году открытого грунта под помидорами у нас было занято 0,30 гектара. С них получили 45 центнеров товарных помидоров по 150 центнеров в переводе на 1 гектар. Высаживали помидоры сорта «Бизон». Закалку семян начали с 27 марта и проводили ее в течение 25 дней. Далее технические моменты я пропускаю. Конкордия Крупенина указывает, что за получение сверхпланового урожая помидоров звено получило дополнительной оплаты около 10 тысяч рублей. Напомню, что помидоры в Мильковском районе выращивали не в теплицах, а в открытом грунте. Крупенина, Плотникова, Косенко, «Богатство Камчатской долины», Петропавловск-Камчатской, книжная редакция «Камчатской правды», 1958 год. Эта книжица угодила ко мне из Кишинева. Она принадлежала Государственной республиканской библиотеке Молдавской Советской Социалистической Республики. Судьба его наказала. Вот такие вот произвольные перемещения осуществили три книжицы, прежде чем угодить на мои полки. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится узнавать от меня о каких-то книгах, в которых рассказывается о Камчатке. Ежели вы Абрама родства не помнящие, ставьте дизлайки. Пожалуйста, обязательно пишите комментарии. Вот там, внизу, под роликом. Мне хочется знать, что вы думаете, глядя мои видеодневнички. А ежели вы на моем канале впервые, ежели вам стало интересно, ежели вы не закрыли вкладку своего так называемого браузера и хотите в дальнейшем смотреть мои ролики,
то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив которую, вы не будете пропускать новые ролики на моем канале. Вот эта подсказка. Делайте то, что она вам советует. Сделали. Кнопочка «Подписаться» из красной стала светло-серой, и в ней появились два слова «Вы подписаны». Колокольчик вы тоже нажали. Замечательно, молодцы. Аплодирую вам. Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. До свидания.